В Чебоксарах открылся штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Площадка создана для диалога и обмена мнениями, обсуждения путей и методов социально-экономического развития республики. Аналогичные штабы открылись по всей стране. Одна из задач штаба – сбор и анализ предложений жителей Чувашии в народную программу партии, которая будет утверждена уже в августе. Народная программа – документ, по которому партия будет работать предстоящие 5 лет. Штаб создан как раз для обсуждения инициатив, которые сейчас поступают со всей страны. На текущий момент собрано около 2 миллионов предложений. Чтобы голос Чувашии был услышан, в республике нужно собрать минимум 200 тысяч. Это может быть вопрос абсолютно любой. Он может касаться, например, индексация пенсии работающим пенсионерам. Он может касаться, например, проблем полигонов ТБО. Может быть, он касается любой другой стороны экологии, образования, здравоохранения. Поэтому для нас это важно, и за каждым предложением идет рубль, который закладывается, и это наш курс, к которому мы идем. Поэтому, конечно, опираясь на ресурс общественных организаций, общественных объединений, я уверена, что мы точнее увидим нашу цель и быстрее просто к ней придем. В штаб вошли общественники, представители бизнеса, руководители предприятий. Каждый из них представляет разные сферы жизни республики. Из предложений людей в народную программу общественники рассчитывают выработать план конкретных действий по улучшению жизни в республике. Обработав это, мы, значит, градируем вопросы, решение вопросов в части муниципалитета или сельского поселения, или на уровне республики. Если какие-то вопросы связаны в целом об устройстве страны, то это мы уже будем передавать в наш головной офис партии. В первую очередь к работе штаба присоединились те, кто заинтересован участвовать в подготовке народной программы. На открытии были подписаны соглашения с лидерами общественных организаций. Будем делать так, как в телевизоре делают. Поднимаем все. Вот так вот, да? Да. Жмем друг другу. И показываем. Обмениваемся. Хлопаем. Да. Мы люди с разными специальностями. Я, например, как банкир, как тот человек, который работает в сельском хозяйстве. Моя задача – довести жителям села вообще, что сделано, навстречу, услышать их предложения и довести. Потому что нам, наверное, даже порой расскажут больше. Расположился штаб в центре города Чебоксары в здании Национальной библиотеки на первом этаже. Татьяна Трофимова, Анастасия Братцева, Павел Ракитин, Республика.